Канал «Ислам Ворлд» представляет. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Молитва, которая защищает человека весь день. Эту молитву мусульмане читают ежедневно, в разных ситуациях. После пробуждения ото сна и при отходе ко сну, перед принятием пищи или питья, при выходе из дома и по возвращении, перед началом какого-либо дела и так прочее. Речь идет об басмале, бисмилля, в которой заключена милость Божья. Басмала, бисмиллахи ррахмани ррахим, именем Аллаха, милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том, это упоминание Бога, существующее во всех вещах и во всех действиях. Басмала находится в начале каждой молитвы, дуа, в начале каждого упоминания, в начале каждого деяния. По сути, басмала является ключом, данным нам Господом, который открывает все врата благополучия и который извлекает пользу и отталкивает вред от всего, что окружает нас. В чтении басмалы заключено огромное вознаграждение от Всевышнего, потому что она является аятом из Священного Писания, Корана. В изречении посланника Божьего, да благословит его Аллах и приветствует, которое сообщил Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, говорится, «Когда учитель велит маленькому мальчику, ученику произнести «Бисмилля», и он это произносит, Всевышний предначертывает учителю, его родителям, ученику и его родителям освобождение от ада. В хадисе говорится, что каждое важное дело, которое не начинается с «Бисмилля», неблагодатное. Хадис передали имам Ан-Насаи, Абу Дауд и Ибн Хаббан. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также изрек. «Ничто не повредит тому рабу Божьему, который каждое утро и каждый вечер будет по три раза говорить «Бисмилляхи ллази ла ядурру маасмихи шейун филь арди валя фиссама, ва хуа самиул алим». Смысл. С именем Аллаха, с именем которого ничто не причинит вреда ни на земле, ни на небе, ведь он слышащий и знающий. Передали имам Аль-Бухари Абу Дауд Ат-Тирмизи. Как заставить шайтана похудеть? Посланник Господа, да благословит его Аллах и приветствует, изрек. Скажи «Бисмилляхи ррахмани ррахим», когда что-то совершаешь, и сатана станет меньше, чем муха. Абу Дауд Ан-Насаи. В книге досточтимого шейха Саида Афанди Аль-Черкави «Побуждение внять призыву Корана» приводится следующая история. Один из худалы, ослабевший шайтан, то есть Иблис, встречает другого шайтана, жирного, округленного. Жирный шайтан спрашивает худого, из-за чего тот так похудел. Худой рассказывает, «Меня приставили к одному человеку. Он всегда, входя в дом и приступая к еде, произносит «Бисмилля», поэтому у меня нет возможности участвовать в том, что он делает, и я стал таким». Жирный сказал, «Меня тоже приставили к одному человеку. Он вообще не знает «Бисмилля», поэтому я всегда кушаю с ним, пью с ним, вхожу в дом вместе с ним, сплю с ним, встаю с ним. То есть я участвую во всех его делах, и я имею возможность сесть на его шею и вести его куда мне хочется, словно ишака или коня». Уважаемые братья и сестры, чтобы помочь распространить благое, просим вас нажать на лайк, подписаться на канал Ислам Ворлд, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.